все, я ухожу с митинга и являюсь просто простым этим. Митинг сейчас проводит на себя организацию религиозного общества «Шар». Да, я сказал, я подчиняюсь закону. Но я сказал народу, сказал, вот с этого момента я организатором, как суд, как меня только запретил. Я говорю, я снимаю себе эту ладону, вот кто-то перехватил шар, инициативу, и он решил проводить. Уведомили. Да, там не знаю, проводят на 12 часов, уведомили. В 11 должен был мой митинг проходить. Меня не дали, я подчинился, не стал проводить. Мы обладаем разносторонними высокоподготовленными кадрами. Однако участие крымских татар в управлении крымским обществом настолько мизерное. Весь мир сейчас исходит из того, что многонациональное, многоэтническое общество для своей устойчивости должно активно вовлекать в управление все составляющие этого общества. В Крыму, к сожалению, этого нет. И поэтому мы исходим из того, что тогда, когда некоторые профессионалы числа крымских татар участвуют в управлении, в том числе в такой важной сфере, как здравоохранение, органы власти должны к этому относиться с большим вниманием. Никто не говорит о том, что не могут меняться кадры, но это должно делаться прозрачно, для того, чтобы люди понимали. Проблема не только и не столько в Джипареве, Аяре. Проблема в том, что городские власти, как здесь принято в Керчи, реализуют только те решения, которые исходят из собственных интересов, а не интересов в том числе керченской громады. Джапаров Аяр один из не только высокопрофессиональных специалистов, но он и высокоавторитетный. Джапарову Рифату. Салям алейкум. По любому вопросу и навязывать его громаде. Начиная от памятника десантникам. Начиная от памятника десантникам и кончая увольнением высокопрофессионального врача. Так не должно быть в нормальном обществе. В нормальном обществе люди разных национальностей, разных политических взглядов должны вместе управлять территорией, громадой. Принятие вместе решений говорит о том, что люди берут на себя ответственность за развитие этой территории, этой громады и конкретных сфер деятельности громады. Более 11 лет Аяр был главным и остается главным врачом этой больницы. Я вчера специально посмотрел его. Где какая власть запрещает своим гражданам в спокойной ситуации, в нормальной форме изложить свое понимание власти, свое представление о той ситуации, которая складывается. И я думаю, что мы будем теперь втянуты в определенные взаимоотношения, связанные с тем ультиматумом, который был предъявлен одному из высокопрофессиональных врачей города Керчи. Я хочу подчеркнуть для нас в этой ситуации. И имеет значение, что Аяр крымский татарин. И не имеет значения, что он крымский татарин. Для нас имеет значение, что он крымский татарин только лишь в одной части. Мы хотим вместе со всеми, кто живет в Керчи, в Крыму, мы хотим вместе со всеми брать на себя ответственность за будущее этой земли. Поэтому мы хотим вместе со всеми участвовать в принятии решений, в их реализации. И, конечно, если где-то из сотен главных врачей есть один, два, три крымских татарина, то это же хорошо, что они вместе со своими коллегами думают о такой важной сфере, как здравоохранение. Я меньше всего сейчас сегодня хочу говорить о политике, о выборах, но я знаю одно, что если из этой ситуации мы не выйдем достойно, никто из этих людей, их близких, друзей и знакомых, не проголосуют за ту политическую силу, которая осуществляет господина Осадчева. Поэтому я думаю, что партии регионов надо подумать об этом тоже. Представление о справедливости и несправедливости. И кто бы что бы ни говорил бы с экранов телевизоров, что бы ни развешивали бы на бигбордах, многие керчане, придя к урнам, вспомнят Осадчева и от этого будут определять свою позицию.
Если они оценивают его как человека несправедливого, значит, они не проголосуют за эту партию. Мы призываем сегодня всех, кому не безразлична судьба города, раскрыть глаза на нынешнюю городскую власть. Благодарю всех присутствующих на митинге, что вы не оказались равнодушными к этой проблеме и солидарны с нашей позицией. Благодарю всех за внимание. Нет репрессиям 37-го года! Почему вы так говорите? Пока речь о снятии с должности, Джапарова не идет, да, я так понимаю? Или идет? 19 числа закончится работа в комиссии, будет сформирована, еще раз повторяю, итоговая справка, где будут сделаны выводы и предложения. Понятно. А кто входит в состав комиссии? Вы можете получить в соответствии с законом о доступе к публичной информации копию расхождения городского вопроса. То есть сейчас вы не готовы? Ну, дело в том, что вы можете получить эту информацию. Журналисты имеют право на устный запрос. Я сейчас дословно, вернее, точно не помню правильное наименование всех должностей, не хочу ошибиться. Скажите, я комиссию возглавляю. Скажите, будут ли аналогичные проверки проведены в больнице? При возникновении подобной ситуации будут проводиться проверки в других бюджетных учреждениях. Речь идет не о больнице, речь идет о контроле за исполнением бюджетных учреждений. Это никак не связано с тем, что Чапарова преследует по политическим причинам. В данном случае проходит проверка деятельности должности главного врача. Это не касается ни вопросов политических, ни вопросов национальных. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, а вы получали документы, которые Первая городская больница подавала в исполком, они неоднократно писали о том, что им не хватает денег на зарплату? Естественно, я эти документы видел, эти документы подходят честно. Но все вопросы, касающиеся того, как осуществлялось расходование бюджетных средств, я еще раз говорю, будет изложено сейчас. Я буду готов познакомиться. Понимаете?